Вслед за Уиллом Смитом, Джонни Деппом, Томми Ли Джонсом на казахском языке заговорила всемирно известная актриса Анджелина Джоли в мистическом блокбастере «Малефисента». Он станет 8-м голливудским фильмом, дублированным на государственный язык нашей страны. В прокат «Малефисента» выйдет 29 мая в формате 3D на казахском и русском языках. Героиню Анджелины Джоли озвучила актриса Гульнас Ауизбаева. Главный мужской персонаж фильма «Король Стефан» заговорит голосом Азамата Канапия. «Малефисента».